Ой, блядь. Ну что же, народ, всем огромнейший привет. И это, я этот ролик вообще не планировал снимать. И он просто вышел у меня спонтанно. Просто я сидел в лобби, занимался своими обычными делами. Ну, конечно, в лобби обычными делами дал. Короче, это не важно. Сидел, бац, у меня упало 8000 UC мне на баланс. И потом я думаю, у нас есть еще и возврат. Бамцы, уже 10000 UC у меня на балансе. Я такой, класс, четко, круто. И я думаю, что же мне открыть. И я сидел, недолго думая, думаю, давай откроем вот это вот эльфа. Где этот эльф? Вот он. Я же думаю, давай откроем эльфа. Открыл. И вы увидите, что мне выпало. На самом деле, прям, ну вот, советую вам посмотреть до конца, потому что выпало знатно. Всем приятного просмотра заранее и полетели. Оп, и да, вынужден сказать, что лучше UC Shop в Украине, да и в целом в мире, это Zong UC Shop. Поэтому ссылочку где оставил правильно в описании. Ну, теперь ты знаешь, где покупать самые вкусные UC-шки. Приятного просмотра. Короче, бля, только что я сидел, и мне пришло на баланс 8000 UC. Я охуел. Короче, я думаю, вы в ахуе, я тоже в ахуе, потому что я в первую очередь с вебкой. Вот незадача. Ну, ладно, короче, я что думаю? Давайте покрутим этот новый скам-кейс. Я почему-то думаю, что мне туда что-то выпадет. Потому что, ну, на баге мне, грубо говоря, похуй. Короче, ладно, давайте томить не будем. У, бля, у меня очко сжимается, потому что я видел, как открывают этот кейсик, тратят... Просто от 20 и выше, и с ним, ну, почти ничего не падает. Поэтому... А, погодите! Блять, у нас же возврат есть! Ебануться! Да ну нахуй! Все, ебать, победа, блядь. Победа, блядь, сейчас нафармим нахуй на всю жизнь. Блядь, спасибо, Tencent, люблю вас. Так, открываем. 400, блядь, мало, давай побольше. Давай побольше, родничочек, давай. Да что за хуй? Родники, давай. Давай, 3000, на. Сюда, блядь. Ебать, сыпало вообще чушню. Ладно, 10000 UC у нас есть на балике. Короче, на самом деле, я не знаю, стоит ли нам баги эту выбивать. Честно, КЗ. Но, блин, я очень сильно хочу эльфа. Вот эльфа я бы вообще просто бы сюда бы забрал этот легендарный костюм. Мне кажется... Ой... Я разрываюсь нахуй. Короче, я так гляну, баги мне нафиг не надо. Прокачиваемые пушки мне тоже как бы нафиг особо не нужны. О боже, я так хочу, чтобы мне выпал этот эльф. Боже ты мой, пожалуйста, если мне выпадет эльф. Ну, хотя бы я надеюсь на ананасик. Вот если хотя бы ананасик выпадет, то уже как бы неплохо. Короче, я надеюсь, что мне что-то выпадет отсюда. Но вообще, по видосам, это скам-кейс. Конкретный, мать его, скам-кейс. Не будем томить, попробуем. Пытка не пытка, похуй. Похуй, бля, пытка не пытка. Ладно, погнали. Похуй, бля, полетели. Вау, 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 класс, класс. Можно выйти нахуй из этого кейса? Погнали, без пропуска. Ой, бля, я, сука, зачем я его начал открывать? Запись идет, отлично. Класс, спасибо, гарант. Да, это гарант? Нет, это не гарант. На! Вот, блядь, охуенный костюм. Беленький охуенный костюм, я согласен, беленький охуенный. Купальничок есть. Отлично. Так, это мы отправляем. Фух, поехали дальше. Десяточку полетели. Это у нас сейчас еще один гарантик будет. Дай, пожалуйста, выпади хоть что-нибудь адекватное. Я тебя прошу. Давай. Давай. Давай, родичочек, пожалуйста, мифичек. Мифик! Ага, блядь, мифик, нахуй. Конечно, мифик. Гарант! Отлично. Отлично. Сыпет отсюда легендарок мне неплохо. Хорошо, я доволен. Спасибо, хоть меня оставили с, ну, с нормальным, ну, не с убитым настроением. Короче, полетели нахуй. Давай, еще одну десяточку. Бля, пожалуйста, я тебя прошу. Адекватное что-то. Если мне выпадет эльф, я охуею настолько сильно, что это... Ну все, скам пошел. Все, все, вот все, легендарки упали. Все, все, пошел скам. Пошел скам тотальный. Если мне выпадет какая-то мантия, вот это вот, да, вот это вот. Я в аху. Вот это вот.
Спасибо за шляпу, блядь, Майкла Джексона. Нахуй мне эта шляпа надо. Ну спасибо, блядь. Купальники, ёпты. Ладно. О, нормально, нормально. Пойдет. Я думаю, что... Да, так, у нас 7000 UC. Напоминаю, у нас еще остается 7000 UC. Поехали. Давай. Давай, я тебя прошу. Я тебя умоляю, ну выпади отсюда хоть что-то нормальное, блядь. Прошу тебя, да нахуй мне твою... Ананасик, спасибо. Все, можем ливать нахуй этого кейса, блядь, подальше. Нахуй. Так, ладно, давайте до 5000. Давай, давай. До 5000, если мне отсюда нихуя не падает. До 5000, все, мы идем в другой кейс, какой-нибудь баги тоже, блядь, докрутим. Ананасик выбили, все, охуенно, круто, классно. М-ка, нахуй мне твоя М-ка, блядь, сратая она. Погнали дальше. Может быть, мы сейчас баги выбьем. Ну, я знаю, что мы ее выбьем, потому что там, ну, как бы... Лаки спин. Так. Класс, класс, класс. Еще один кейс. Все, и в пизду. И пошел ты на... Понял? Давай. Давай, пожалуйста. Я тебя прошу. Давай, выпади мне что-нибудь. Класс, рюкзак. Засунь себе в сраку, блядь. Все, отлично. Ну, я считаю, открытие удалось. Короче, что я думаю? Давайте, я думаю, баги выбить. Или до талого этот кейс пустить. Все свои юсишки. Блять, ёбать. Думаешь, блять, плачешь, нахуй. Что его делать, блять? Это... А, похуй, давайте, до талого. Просто дожмем. Выпадет, не выпадет. Как бы баги, мне плевать на баги. А, ну, реально, мне она, ну, нафиг не надо, если честно. Поэтому давай, если нам выпадет отсюда мифик, это будет победа. Просто победа тотальная. Ну, пожалуйста, блядь, ну я для чего донатили тебе сюда, а? За чего? Зачем? Пара-па-пам у этого додика на самой бомбической реакции. Выключился микрофон, ну ничего страшного, тут мне стало вот жарко, немножечко помахал себе ручкой, выпью водички, бровку подниму и внезапную сигмочку выдам. Все, отлично, нахуй. Хорошо. Хорошо. Мифик забрали. Я доволен. Мифик есть, это все есть, погнали дальше. Давай, пожалуйста. Я тебя прошу, нахуй. Я тебя умоляю. Давай. Давай, нахуй. Давай, пожалуйста. Класс. Класс, повторка. Иди нахуй. Хорошо, погнали дальше. Погнали. Фух, я тебя прошу, помоги мне выбить отсюда эльфу. Еву эльфи, нахуй. Уже один раз ее выбивали, бля. Это рядом, это рядом, это рядом! Мне Ева Эльфи дала в рот, блядь. Где мой ствол, нахуй? У нас остается 2000 UC. Я расстроен уже. Ну ладно, мифик мы отсюда выбили. Это уже классно. Мифик мы отсюда выбили. Как бы не все просрали. И у нас еще есть как бы шансы упасть, чтобы там Миратка упала. Да, Ева Эльф. Если Ева Эльф выпадет, все, эта песня будет. Пиздец, блядь. Ты заебала крутиться, мать. Давай, 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 давай. Давай, что это за хуйня, блядь? Повторная. Сука, блядь, да ёб твою мать! Сука! Ладно, ладно, все нормально. Все нормально. У нас сегодня огромный open casing. На этом наш open casing не заканчивается. Спасибо за второго на... Последняя, блядь, десятка, давай. Вот сейчас выпадет. Выпадет. Эй, Ева, смотри, выпадет. Выпадет, нахуй! Должна выпасть, блядь! Иди нахуй! Ливаем нахуй. Пай. Давай. Давай. Что-нибудь вкусненькое выпади. Конечно, выпади. Конечно. Если сейчас там упадет ледник, я буду от счастья прыгать. Я тебя прошу. Я тебя умоляю. Давай. Ледничочек. На базу мне стрельни. Спасибо. Спасибо. Класс.
класс, я доволен, класс, вау. Это реально классно, когда вот такой шлак вот падает, хочется выйти в окно, блядь. Пожалуйста. Найс. Ну и последнюю десяточку крутанем. Отлично, отлично. Классный open casing. Ну, короче, вот такой вот у нас ролик вышел. Доволен ли я? Ну, пойдет. Могло быть и хуже. Как бы за 10 тысяч сим мы выбили мифик, ананасик, дофига легендарок. Ну, короче, это все не важно. А важно, я хочу, чтобы ты поставил, опять же, не забывал про лайкосик, про подписочку, про колокольчик. Вот, и пока ты не ушел с ролика, хочу тебе вот сказать, пожалуйста, опустись в комментарии и напиши, хотел бы ли ты видеть там мои игры. Я думаю, ты хочешь, потому что ты знаешь, как я играю в классику. А если ты не знаешь, что я бы на твоем бы месте бы пошел бы и посмотрел видео, те, которые снизу. Я думаю, это будет что-то новенькое в нашем PUBG Mobile. Такого, думаю, никто не делал.